Всем привет! Давайте сделаем шлем хищнику и будем делать это все с Культус Альфа 6. Моя любимая программка. Ну что, погнали! Колесиком уменьшаем, как всегда. Уже те, кто работал в этой программе, знают, насколько она прикольная. Погнали! Симметрию включаем, граб включаем, поворачиваем. Правая кнопка мыши, делаем побольше кисть, вот так вот. И делай это все вот так вот кверху вытягиваем. Вот таким вот образом. Чуть-чуть можно еще приподнять. Все классно. Выравнивается Shift, правая кнопка мыши. Ну что, погнали. Поближе поставим. Включаем кризис. И будем сейчас вот наметки делать. Как да что у нас тут? Где-то вот так все идет. Здесь вот так вот заворачивает. Ну, погнали все это дело теперь пролепливать. Здесь можно вот так вот чуть-чуть оформить. Потом подкорректировать можно еще будет. Так, погнали. Здесь вот так вот обрезаем. Вот таким вот образом. Здесь делаем челюсть и вот так вот все дело углубляем. Вот так вот. Теперь опять граб. Побольше его ставим. И вот так все это дело вытягиваем. Чуть-чуть корректируем. Чуть-чуть подгоняем. И вот эти вот части надо все это дело углубить. Вот это вот все. Ставим на инверсию, ставим проработку чуть побольше и погнали. Вот так вот все это обведем. Вот таким вот образом. Побольше поставим кисть и вот так преобразим это дело. Теперь обязательно все это дело выгладить, чтобы ломки не было сетки. Вот так вот погладим. Пойдет пока. Ну и погнали лепить. Ставим драг, драйв вот этот и клей. И погнали. Инверсию отключим. И вот так вот все это дело прорисовываем. Теперь добавим клей, выключим, поставим чуть-чуть побольше кисть и сделаем челюсть, скулы вот эти. Вот так все это дело подкорректируем. Здесь немножко тоже еще прибавим. Смотрим, как он сбоку смотрится. Ну и немножко опять грабом вот так вот вытянем. Чуть кисть уменьшим. И прибавим вот сюда вот так вот челюсть. Вот так вот. Все, теперь здесь выглаживаем. Вот таким вот образом. И ставим flatten. Побольше опять же кисть и вот так все это дело тут выглаживаем, чтобы было ровненько, все хорошо. Можно еще тут подровнять, не обязательно, конечно, ну как вариант. Так, теперь все это обязательно выглаживаем вот таким вот образом. Ну и немножко теперь клеем поднабросаем челюстя. Вот так вот. Теперь наметим глаз. Вот таким образом. И вот так вот нижнюю часть вот так проведем. Вот здесь вот так наметим глаз. Вот так вот.
Теперь все это грабом задираем повыше. Вот так вот. Здесь немножко придаем. Тут немножко приподнимаем. Вот так вот. Ну и здесь вот делаем пошире. Вот таким образом. Опять же смотрим, где глаза. И вот эти части еще приподаем сюда. Вот так вот. Немножко опускаем вот эти части. Ну и перед надо теперь выгладить. Опять же флатеном. Вот так вот. Делаем все ровненько. Теперь заходим вот так вот, ставим под уклон. И вот эти вот глаза немножко делаем косину. Опять же кризисом. Вот так все это дело подрисовываем. И немножко опять же вот здесь вот выглаживаем. Вот так вот. Ставим драф, инверсию, и побольше вот так можно вдавить. Ну, уже прикольно. Так, тут тоже можно немножко убрать. Вот так вот. Ну, уже вот прям нормальная маска. Здесь можно вообще чуть-чуть поболя сделать. Вот так вот выемку. Незаменимая программа, опять же повторюсь, для заготовок, для болванок и так далее. Так, теперь вот здесь вот чуть-чуть это все дело посадим глубже. Немножко все это прорисуем. Глаза тоже сделаем поглубже. Вот так вот. Вот таким вот образом. И грабом вот эту часть надо чуть-чуть увести. А вот эту чуть-чуть приподать вперед. Вот так вот. И немножко вот так вот сдернуть вниз. Вот теперь уже классно. Прибавим теперь вот здесь вот чуть-чуть убавим. А вот эту челюсть нижнюю чуть-чуть вот так вот сделаем пухлой. Вот так вот. И немного смутом выгладим. И немножко опять же пройдемся флатеном. Вот так вот. Так, вот такой уже, вот такая вот заготовочка уже есть. Теперь хорошо будет здесь сразу все дооформить, чтобы в ZBrush у нас уже с этой моделью не было больших проблем. Так, вот таким вот делом. И теперь попробуем немножко вот так вот. Вот так вот и сделаем. И вот эту часть чуть-чуть сделаем квадратная. Вот так вот приподадим. Немножко вот так вот ее выведем. Чуть-чуть вперед. Вот так вот. Ну, уже прикольно. И вот мы уже в ZBrush 7. Вот такая заготовка из Sculptress прилетела. Все, давайте теперь дорабатывать. Хищник без каски быть не может. Так, первым делом сделаем всему этому делу DynaMesh. Делаем саптулы. Так, открываем геометрии. Делаем
Dynamesh, ставим резолюцию чуть побольше, нажимаем и ждем. Смотрим сетку, все прикольно. Следом делаем дубликат, переключаемся на него и уже как в прошлых видео, что-нибудь надо тут придумать. Так, это дело мы уменьшаем, ставим прозрачность, чуть-чуть все это дело прибавляем. Вот таким образом. Теперь с помощью мов все это дело подкорректируем. Вот где-то вот так вот. Вот таким вот образом. Смотрим со всех сторон, сверху, сбоку, чтобы все было нормально. Так, смотрим челюсть. Ну и вот эту часть сейчас немножко вытянем. Включаем Mov Topology, включаем X-симметрию, ставим Draw Size побольше. И все это дело вот так вот вытягиваем. Вот так вот. Корректируем. Лишнего нам не надо. Вот так вот. Смотрим внимательно, где что да как. Чтобы вот эта кромка была именно вот так вот выглядела. Так, вот это тоже нехорошо. И вот это тоже нехорошо. Так, с челюстью немножко вот так вот подкорректируем. И немножко вот здесь ее вот так вот побольше вытащим. Что-то вот в таком духе, чтобы получилось. Смотрим опять же толщину стенок. Ну, в принципе, нормально. Давайте посмотрим, как это все получится. Есть такие варианты, что бывает и косяк. Погнали сабтулы. Переключаемся на верхний. Нижнему ставим вычитание. Делаем merge down. Окей. И снимаем выделение. Ctrl, левая кнопка мыши. И ждем. Так, вот так у нас прошло вычитание. В принципе, неплохо. В принципе, пойдет. Так, теперь тут вариант такой будет. Можно вот эту верхнюю часть с помощью маски вытянуть. Вот отсюда это все дело вот так вот рисуем. Так, опять же, Ctrl-Z, X включаем симметрию и попробуем вот это все аккуратненько, если получится сделать. Вот так вот проводим. Теперь вот здесь немножко подкорректируем. Вот так вот подчистим. Сделаем вот здесь вот угол. Вот это нам тут не надо. Здесь поровнее. Так, и нижнюю часть, наверное, еще чуть-чуть вот так вот попробуем скосить. Смотрим, что тут у нас отметилось, как она будет вытягиваться. Вот здесь тоже нужно сделать симметрично. Ну вот что-то в этом духе. Ну и здесь немножко подкорректируем вот так вот. Так, погнали смотреть, что нам даст этот первый вариант. Еще немножко вот так вот ее подкорректируем.
Вот так вот. И немножко тут вот так еще потоньше. Так. Жмем Ctrl-I. Все это дело выравниваем и с помощью мов и симметрии вот так вот это все вытягиваем. Опять же можно поработать немножко ротации, сделать вот так вот косину. Так. Ну и немножко ее с помощью мов можно приподать кверху. Вот что-то в этом духе. Так. Снимаем выделение, переключаемся на Draw, смотрим, сетка изменилась, надо ее отправить. Делаем дубликат, отключаем дубликат и делаем вот этой модели Dynamesh. Делаем Dynamesh, смотрим, чтобы сетка у нас изменилась, смотрим, что да как. Вот вроде неплохо. Так. Следом. Что у нас идет следом? Следом нам нужны глаза. Глаза будем делать. Опять же, вот эту вот верхнюю часть. Вот эту верхнюю. Можно было сделать с куба. Ставите куб. И все это дело обрезаете. И сюда подставляете. Но это вот эту вот еще толщину сейчас подберем. Покажу как. Делаем потоньше, поприятнее глазу. Теперь глаза можно удалить. Insert цикл вот этот. Жмем Alt. И вытягиваем вот так вот глаза. Так, теперь что делаем? Выравниваем и с помощью мов немножко их вот так вот вытянем и посадим вглубь. Вот так. Ну и немножко теперь все это дело нужно уплотнить. Так, и с помощью мов вернем назад. Так, большеватые нужно еще с помощью симметрии чуть-чуть. С помощью Scale немножко уменьшить. И с помощью мов опять подставляем на то место, где они должны быть. Ну что, попробуем. Вот такие глаза получились. Все прикольно. Теперь нужно это все дело с помощью Mov Topology подкорректировать. Вот так все это опустим. Здесь немножко вытянем. Здесь вот так вот подтянем. Вот так вот. Ну, в принципе, прикольно. Так, теперь всему этому сделаем Ctrl-W одну полигруппу и немножко вот так все это подгладим. Так, теперь немножко глаза сделаем посерьезней. Так, сохранение.
Вот такая прикольная маска, заготовка для маски получилась. Все, всем пока, до свидания.